Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Шикарная мебель любой сложности. Детские, гостиные, спальни. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Лепсе 12. В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. Переходите на народную медицину. В российских аптеках федеральные СМИ предрекли дефицит дешевых лекарств, которые входят в список жизненно важных препаратов. Производители нескольких крупных фармацевтических компаний уже остановили выпуск некоторых лекарств. Свои решения они обосновали отсутствием рентабельности. В условиях, когда импортные ингредиенты дорожают, государство запрещает поднимать отпускные цены. Некоторые аптеки страны, как выяснилось, уже делают попытки не допустить перебоев с поставками. Они обратились к властям с вопросом о дальнейших действиях. Сколько всего препаратов ушли с рынка, до сих пор неизвестно. О предположениях насчет дефицита, которые исходят сразу из нескольких федеральных источников, сегодня высказался и главный врач Кировской травмбольницы. Дословно, авторы статьи с высокой долей вероятности правы, написал Дмитрий Курдюмов. Но кировский эксперт по профилактической медицине Иван Рясик призывает сильно не переживать. Нам просто повод вспомнить еще раз о народных традициях здоровья и о средствах природного происхождения. Если мы говорим о лекарственных препаратах, их взаимозаменяемость и ассортимент сейчас настолько колоссальны, что не может сложиться ситуация, что у врача не будет инструментов в виде лекарственных средств для того, чтобы помочь человеку. Участники фармацевтического рынка утверждают, что производство дешевых препаратов из списка восстановить можно. Либо пересмотреть государственную политику и поднять цены, либо финансировать лекарственное обеспечение в полном объеме. Впрочем, ни кировские аптеки, ни Министерство регионального здравоохранения ситуацию пока не комментируют.